ранку. І сьогодні у нас дуже важливий день, тому що у 1888 році у Бельгії відбувся перший у світі конкурс краси. Так, і сьогодні ми маємо змогу поспілкуватися з людиною, з ім'ям якої конкурс «Міс Луганочка» тривалий час асоціюється ледь не в кожного. У нас на прямому зв'язку скайп-гостя зі Сполучених Штатів Америки Тетяна Родіна, переможниця конкурсу «Міс Луганочка 93», учасниця та переможниця багатьох конкурсів краси. Так вона модель, а ще дуже вродлива жінка. Доброго ранку, Тетяночка! Вітаємо вас! Да, доброго утра вам! Нарешті ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, Тетяно, ми сьогодні розмовляємо про конкурси краси. Чим потрібно володіти учасницям конкурсів краси, окрім самої краси? Ви мене тільки слышите, или ви мене теж бачите? Ми бачимо вас. Ми бачимо і чуємо все. Все, хорошо. Так, ну, чим потрібно обладати красотою? Тетяно. Красота, все-таки красота – це 90% успіху. Какая би ти не була умниця, якщо ти некрасивая, не виграєш. А 10% що, чим потрібно володіти? Удачі. Еще да. Удачи. Потому что красивых девчонок очень много, понимаете? А почему-то выигрывает сюда только одна. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. А разумную потребно будет? Наверное, немножко, да. Немножко. Так. Так. Тетяна, скажите, взагалі, на що здатні конкурсантки, щоб здобути таку жадану перемогу? Чи підставляють вона одна одну? Чи навпаки, там панує дуже дружня атмосфера? Ну, вы знаете, у меня в моей практике не было такого, чтобы там какие-то гадости делала. Такого не было вообще, я не сталкивалась с этим. Но я слышала, я об этом слышала, что девочки подставляли друг другу, и там стекла вроде бы как в туфли подсыпали, и платья там рвали, и, ну, и оговаривали, и все. Поэтому, наверное, такое где-то происходит, раз об этом говорят, но я с этим ни разу не сталкивалась. Ось, перемога перш за все. Жінки дуже такі створіння. Так. Жорстокі. Так. А який, чим, який, будь-яка дівчина може прийняти участь у конкурсі? Чи потрібно у агентстві займатися якомусь модельному? Чи якщо дівчина гарна, вона може просто прийти та прийняти сказати, участь? Сказати, ось я хочу прийняти участь. Я гарна. Я вважаю себе вродливою, та візьміть мене. Да, 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 так любая девушка может прийти на как бы увидев кастинг, да, то есть объявление о том, что приходите все желающие, но есть но. А ты должна обладать какими-то определенными параметрами, то есть рост обязательно, ну и объемы. То есть, если, к сожалению, вы немножечко не вписываетесь в рамки, то, ну, наверное, шансы есть поучаствовать, но шансов выиграть нет. Угу. Так, отже, обов'язково 90 на 60 на 90. До стандартів. Чи якось змінились стандарти з краси, часом? Так, з часом. Змінюються вони? Що зараз у тренді? Ні. К сожалению, как были дохлые скелеты, так они и остались. Но только не на конкурсах красоты, это в основном на подиуме, то есть на подиуме. А все-таки на конкурсах красоты, да, надо быть уже как-то и грудь иметь, и попу иметь. То есть конкурсы красоты сейчас очень сильно отделились от модельных. То есть отдельно проходит там модель там такая-то, да, и отдельно проходят конкурсы красоты. То есть все-таки конкурсы красоты стали более женственные. Это радует. Так, ось про покази докладніше розкажіть нам, будь ласка. Ми знаємо, що ви нещодавно стали учасницею показу у Нью-Йорку. Чим відрізняються їх західні покази від наших, вітчизняних? Отличаються оплатою, сразу говорю. Тобто, тільки скільки платять здесь, нам не снилось взагалі нашим моделям. В принципе, такой же бардак, как и у нас. То есть за кулисами такая же фигня происходит. То есть неразбериха какая-то, какие-то непонятные вещи, переодевания в коридорах, ну, то есть спешка, быстро-быстро туда-сюда. Вот. То есть, в принципе, в этом плане ничем не отличается. И, конечно же, отличается толпой, просто огромным количеством девушек, которые хотят принимать участие. Потому что Нью-Йорк Fashion Week, понимаете, это, ну, я не знаю, это как, наверное, получение Оскара в актерской среде. То есть это попасть туда,
я не знаю, это мечта, наверное, любой модели. И когда я в 40 лет, в общем-то, прошла кастинг, на котором было 176 моделей, и меня взяли в 10, в топ-10, и я участвовала вот в этом New York Fashion Week, слава богу, мне никто не спросил ID, то есть никто не посмотрел, сколько мне лет. То есть мне такой вопрос даже не задали. Ось бачите, ви виглядаєте гарніше, ніж їхні 18-річні дівчата. Мені це всі говорять. І я, в общем-то, поучаствовала в этом, получила просто колоссальное удовольствие, потому что это, ну, знаете, такая победа. Для меня это громаднейшая победа. Многие девушки, знаете, там в шикарной форме, вообще модели в шикарной форме, которые там от 18 до 25, и они не прошли, не попали. А то, что меня взяли вообще с улицы, просто я пришла, я увидела объявление. Я просто увидела объявление. Там было миллион моделей из агентств всевозможных, из крутых агентств. А я просто вот с улицы зашла, случайно, і все, і я здалася. Ми вас вітаємо з цим. Ось бачите, ти, наші телеглядачі, це ще раз підтверджує. Я об этом думала, і я даже в статусі у себе в Фейсбуці написала, що, ребят, ніколи не говорите, що я не можу, у мене не вийде, я вже старая. Ніколи не здавайтесь, завжди йдіть к своїй цілі, к своїй мечті. Независимо от того, сколько вам лет, где вы живете. То есть, если вы чего-то хотите, вы должны к этому идти. И не ожидайте, что это исполнится вот так вот и завтра. То есть, на это могут уйти годы. Извините, я 20 лет ждала, пока это произошло, понимаете? Но я к этому шла, поэтому вот нельзя сдаваться, нельзя никогда. Поэтому я всем этого, в общем-то, желаю и рекомендую. Ось я повторюсь, что... Це ще раз підтверджує, що наші жінки найвродливіші, і це признано у всьому світі. Тетяночко, чи могли б ви дати, будь ласка, нам та нашим дівчатам декілька порад щодо участі, чи як треба володіти з хвилюванням? Ой, ну, к сожалению, это очень тяжело, потому что даже вот с моим опытом, да, я все равно волновалась. То есть легко сказать, не волнуйся, но очень тяжело, особенно молоденькой девочке, у которой, допустим, нету экспириенса совершенно, никакого опыта, и она, вот это ее первый там выход какой-то, и она бедненькая вся там вообще переживает. Поэтому я не знаю, очень трудно дать совет, ну, не волнуйся, легко сказать, а ну попробуй сделать. Вот. Ну, валер'янки разве що випіть. Дякую вам велике, Тетяно. Бажаємо вам успіхів. У нас на зв'язку була Тетяна Родіна, дуже гарна жінка. Зі Сполучених Штатів Америки. Вона ні, вона наша луганчанка, але зараз вона у Сполучених Штатах Америки. Так. А вже зараз давайте згадаємо, що пророкують нам зірки на 19 вересня. Гороскоп.